Здравствуйте, мои дорогие гурманы! Я рада, что вы сегодня со мной. И сегодня мы будем печь луковый пирог. Это такая первая пицца, можно сказать, во всем мире. Традиционно в сентябре в Южной Германии, когда делается новое первое вино, проходят везде такие праздники, где вы это можете вино попробовать, и к нему подается всегда такой луковый пирог. И сегодня я вам хочу представить мой любимый рецепт. Если вам нравится, оставайтесь со мной и поехали! Муку просеять в чашку, сделав в середине углубление. В него накрошить дрожжи, добавить соль, сахар, влить часть тепленького молока и перемешать с края немного муки. Накрыть полотенцем и оставить на 15 минут. Затем с оставшейся мукой тщательно вымесить тесто, добавляя остатки молока и масла. Затем отдать тесту постоять 30 минут. Готовить начинку. Для этого в сковородке с маслом растопить бекон и протушить лук до полуготовности. Всему дать остыть. За это время готовое тесто раскатать и уложить в смазанную маслом форму, сделав бортики. Потом взбить яйца с перцем, солью, тмином и сметаной. Теперь соедините все продукты и хорошенько перемешайте. Готовую начинку разложить ровным слоем на тесто в форме и дать ему еще немного подойти. В разогретой духовке при температуре 190 или 200 градусов около 30 минут. Так, ребята, мой пирог пекся теперь 30 минут. Вот такой он румяный получился. Давайте, конечно, мы его освободим и будем пробовать.
Так, ребята, отлично режется. Я уже очень рада его попробовать. Вот так он выглядит. Итак, ребят, мы будем пробовать. Очень вкусный. Я желаю вам приятного аппетита. Спасибо, что вы были со мной. И до следующего раза. Пока!